Во время ночной прогулки медведица с малышом нарвались на крупного самца. В такие моменты медведицы знают, что нужно включать режим защитника, ведь одинокие самцы почти всегда проявляют агрессию к малышам. Действовать нужно было незамедлительно, и медведица атаковала первой. Хотя медведь явно был крупнее и сильнее, драться с разъяренной мамашей он не решился.